Охрана окружающей среды, переработка твердых бытовых отходов, очистка водоемов и многие другие вопросы обсуждались на закрытии 8-й Поволжской экологической недели. Участники, а это представители Министерства сельского хозяйства и 30 экологически ориентированных компаний, подвели итоги проекта и наградили активистов. 2018 год был объявлен в регионе добровольным экологическим годом. В связи с этим основной темой прошедшей акции стало добровольчество и волонтерство. Результаты работы в сфере охраны окружающей среды и повышения экологической комфортности проживания в регионе получили высокую оценку на всероссийском уровне. По итогам 2017 года Ульяновск занял 7-е место из 85 в итоговом рейтинге общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Буквально вчера вышел этот рейтинг по итогам весны 2018 года. Мы не снизили свои позиции нисколько и продолжаем удерживать позиции лидера. Мы успешно сохраняем свое место в первой десятке. Не сбавлять темпы поможет подписанное на заседании соглашение между Минсельхозом и Ассоциацией территориальных общественных самоуправлений. Стороны обязуются организовать общественный контроль в сфере природопользования. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.